Хочу показать вам цены на мясо. Кюфте. Потому что многие спрашивают, сколько что стоит. Кирзола. Кузук уж басы. Вот такое разнообразие мяса и цены. Хороший магазин очень. Антрекот 66. Куры. А вот сердце. Печень. Сердце нет, печень. Это вот делают с него. Фарш, стеленка и вот этот мы на фарш возьмем. В какую сторону? Вот, взяли мы на 25 лир фарша и полкило нам со шпином хватит. А это очень вкусные маслины. 22 лиры килограмм. 24, 32, а вот это очень вкусное, мы вот купили, полкило, 36, но они правда очень вкусные. А вот такие жареные, зеленые, ну, попробовать, тут все можно пробовать. Без косточек. Вкуснятина, они еще остренькие. Ну, что касается меда, ну здесь мед не, я думаю, что он такой хороший. Мы привозим мед в Грузию. 61 килограмм. Подписывайтесь на мой канал, со мной вам будет очень интересно. С вами была Светлана Ата.